В Дагестане открыли первое детское паллиативное отделение. В торжественной церемонии принял участие премьер-министр республики Артем Сдунов. Отделение рассчитано на 20 коек. Там будут принимать детей, у которых выявлены неподдающиеся лечению тяжелые патологии, в том числе онкологического характера. Также при отделении собираются создать выездные бригады, которые будут оказывать помощь на дому. Для работы в центре привлечены медики, прошедшие специализированное обучение. Они также будут объяснять родителям, как ухаживать за тяжело больными детьми. Клиника оснащена всем необходимым оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ.